Девочки, большой вам привет! Хочу показать свои небольшие покупки. Решила не откладывать их, не копить. А вот что на сегодняшний момент мной куплено, то вам и покажу. Итак, давайте начнем. Первое, что я вам хочу показать, это двухфазное средство для волос от Золотого Шелка, гиалурон и коллаген, восстановление питания. Многие знают, с маслом органы. Я купила, чтобы наносить на свои волосы для облегчения расчесывания. Наверняка вы знаете, что у меня длинные волосы, и нужно такое средство, чтобы обязательно присутствовало. Поэтому купила себе. Аромат, конечно, немножечко мне не нравится, но деваться некуда. Он не такой, чтобы уж сильно отталкивал. Но мне кажется, было бы поприятнее им, и мне бы было приятнее. Далее. Показываю вам всем, ну почти всем, наверное, известное средство по уходу за ногтями. Эвелин 8 в одном. Здоровые ногти. Я в пустых баночках показывала, что у меня трио профи закончилось. И я купила от Эвелин. Я уже брала не один и не два раза, поэтому сейчас в моем уходе это средство мне нравится. Состав не пугает, так что на моих ногтях отлично работает. Это уже проверенное средство. Сейчас, может, у меня и покупок мало, потому что в основном я уже стараюсь покупать проверенные средства. Как-то у меня прошел запал покупать какие-то что-то новинки, что-то пробовать. Может, сейчас такой период у меня какой-то, не знаю. Поэтому покупок достаточно мало. Покупаю так уж по необходимости и в основном уже проверенные средства. Так, для ног покажу. Купила крем Эвелин, питательный восстанавливающий, отличный крем, 25% мочевины, отлично питает ноги, кожа мягкая, крем плотный, густой, и вот он тягучий такой. Приятный у него аромат, и он хорошо питает кожу ног. Давайте я вам даже на руке покажу. Вот он такой, смотрите, густой, по консистенции как масло сливочное. Он не оставляет жирной пленки. Вот я нанесла на кожу руки. И он как очень хорошо и глубоко питает кожу стоп. Очень мне этот крем понравился, и с большим удовольствием им пользуюсь. Нравится. Давайте для ног еще одно у меня средство. Это уже подарок. Венокрептин фитогель для ног при отеках, чувстве тяжести в ногах, выраженной капиллярной сетке. Довольно-таки давно я искала себе какое-нибудь средство, которое действительно бы работало на моих ногах, как-то помогало снять тяжесть с ног, и мне подарили вот этот крем, и я им очень-очень довольна. У него, конечно, не слишком приятный аромат, немножко рисковатый, но он быстро выветривается, когда его наносишь на кожу, такой приятный холодок, довольно-таки ощутимый. И мне кажется, от этого как-то ногам легче становится. У него достаточно такая легкая текстура. Он гелеобразный. Не знаю, видно вам? Вот он. И он быстро впитывается в кожу ног. Очень мне он понравился. Объем 125 мл. И, возможно, я его еще себе повторю, когда он закончится. Купила я себе ремувер для кутикулы. Не могу еще определиться, какой бы мне подошел. Взяла от Stellery. Понравился, что он с носиком. Единственный минус у него, что он очень жидкий, как водичка. Если вот его нанести на кутикулу, он растекается. Поэтому я наношу на кутикулу и потом как бы разношу пальцем по ногтю, чтобы он не стекал, иначе будет, ну, не будет эффекта, он стечет
пальца. Единственный вот минус этой жидкой консистенции. А так, в принципе, он неплохо работает. Держу я где-то минутки 3. Я не знаю, насколько здесь заявлено. Давайте передвину. Прочитайте, кому это интересно. Вот. Ну, такая жиденькая водичка. Вот в этом минус. Но как ремувер работает отлично, к нему тоже можно приспособиться. Далее еще один подарок. Это крем для рук Сайхерба Пламмерс с маслом ши. Здесь я ничего по-русски не нашла. Отличный крем питательный. У кого очень сухая кожа рук, это отличный продукт. Я люблю такие жирные кремы для рук. Лишний раз напитать все-таки возрастную, уже сухую кожу рук, это будет не лишним. Поэтому с удовольствием пользуюсь. Очень приятный аромат у этого крема. Единственное, что он маленький, 60 грамм. И думаю, достаточно быстро он у меня закончится. И последнюю вещь, которую я вам покажу, тоже мне подарила родственница. Не знаю, где купила, наверное, тоже Сайхерба. Это японская мочалка, как скраб. Вот она такая, она как наподобие шарфика. Вся не войдет, она один край прошит. Она отлично скрабирует кожу. Мне очень-очень понравилось. И с этой мочалкой нет необходимости пользоваться скрабом. Она скрабирует как достаточно такой жесткий скраб. Она, есть такие мочалки, я так поняла, деликатная, а это достаточно жесткая. Я люблю пользоваться жесткими скрабами, поэтому эта мочалка отлично работает. Я ей очень довольна, с удовольствием ей пользуюсь. И безумно рада, что она у меня появилась. На этом все. Спасибо, что провели время со мной. И всем пока!